Добрый день, уважаемые мои подписчики. Хотел поздравить вас с наступающим 23-м годом. И всем пожелать крепкого здоровья и всего наилучшего. Мне сказали, что вот это у нас главная елка нашей страны. В следующем наступающем году постараюсь показать побольше природы нашего края, как живут люди. Будем выезжать, поэтому подписывайтесь на мой канал, кто не успел подписаться. И на мои группы подписывайтесь, чтобы были в курсе, где мы бываем, на что обращаем внимание. Всего вам хорошего. Спасибо. Пока рано, поэтому народу нет. Вот так красиво оформлено. Видите, всего народу. Народу совсем мало, но красиво оформлено. Ух ты! Вот такая красота у нас. Вот такая красота. Вот так сделали красиво. Да. У нас, оказывается, умеют делать. Но это все последние года. Красота. Елка такая у нас. Вот, наверху гирлянды, видите, какие красивые. Вот сказали, что это самая большая елка, главная елка нашей страны. А вот рядом маленькая елочка. Непонятно, что за красота такая. Вон, детям нравится. Нет.